Вообще здорово, что Александр восстановился. Раз он выходит на поле в социальном матче, значит, в хорошей форме. Готов играть на максимум возможности. Прострел Смольникова. Азмун как развернулся. Азмун фантастический гол забивает. Сердар Азмун. Вот это да! Дубль! Да, только мы сказали про то, что Смольников вскрыл фланг и позволил команде сравнять счет. И вот... На площади давай смотреть еще раз. Ригонь играет на Смольникова. Прострел. И как Азмун разбирается с Мурило. И потом одним ловким движением бьет по мячу, и тот летит ворота мимо Маринато Гильерме. Ты знаешь, у меня иногда такая мысль в голове, когда я смотрю матчи «Зенита» последние полгода, да, что бы делал клуб из Санкт-Петербурга.